Добрый день, уважаемые друзья. Хочу сообщить, что парламент принял важный закон 10.065 по компенсации разрушенного жилья у людей. Это очень важно, потому что очень много людей потеряли свое жилье, оно уничтожено, и деньги, которые они получат для восстановления, это жизненно необходимо для них, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни, когда, дай бог, наступит победа и война закончится. Поэтому мы, естественно, наша группа это поддержала. Мы рассчитываем, что это будет быстро формализовано кабинетом министров в конкретный порядок. И будем следить, чтобы люди действительно получали деньги. Всем оставаться живыми, здоровыми. До новых встреч.